На Пекчен한테 걸린 이상 네 학교 생활은 된 거라고. Здравствуйте, вы на канале Infok, и сегодня мы посмотрим подборку из 5 дорам, которые выйдут во второй половине мая. Вся информация о дорамах есть в описании под видео. Оёнсим, асео? Первая дорама называется О Ёнсим. В дораме будет 10 эпизодов в жанре комедия-романтика. Главные мужские роли сыграют актеры Ли Мин Дже и Ли Дон Хэ. А главные женские роли сыграют актрисы Чон У Ён и Сон Ха Юн. Оёнсим, асео? Дораме нам покажут историю незамужней 30-летней женщины, которая работает продюсером телешоу в течение 8 лет. Ее мечта – смешить людей своими шоу, но их всегда отменяли из-за низких рейтингов. Но однажды она получает шанс создать шоу о любви. Но для того, чтобы у шоу были высокие рейтинги, девушка приглашает известного основателя стартапа в качестве гостя. Но при первой встрече она сильно удивилась, ведь он оказался ее другом из детства. Когда они были маленькими, он был безответно влюблен в нее и постоянно признавался ей в любви. Но однажды он внезапно переехал в США со своей семьей, и они потеряли связь друг с другом. Но спустя 20 лет он появился перед ней как генеральный директор. Первая серия к данной дораме выйдет 15 мая 2023 года. Вторая дорама называется «Дневник путешествий по Хагьон». В дораме будет 8 эпизодов в жанре повседневность. В главных ролях сыграет актриса Ли На Ён. Дораме нам покажут историю преподавателя корейской литературы в старшей школе. Чтобы сбежать от обычных будней, она решает по субботам отправляться в однодневное путешествие по Корее. Во время своего путешествия учительница ест разную еду, встречает разных людей. Она понимает, что получает утешение и сочувствие во время своих путешествий. Первая серия к данной дораме выйдет 24 мая 2023 года. Третья дорама называется «Выгодная афера». В дораме будет 16 эпизодов в жанре драма. Главную мужскую роль сыграет актер Ким Доук, а главную женскую роль сыграет актриса Чхон Ухи. Дораме нам покажут историю гениальной мошенницы, которая обладает уникальным даром заговаривать людям зубы. Благодаря своему таланту девушка заработала целое состояние, но однажды ее судьба сводит с адвокатом, который очень внимательный к людям. Первая серия к данной дораме выйдет 29 мая 2023 года. Четвертая дорама называется «Битва за счастье». В дораме будет 16 эпизодов в жанре саспенс-триллер-драма. В главных ролях сыграют актрисы Пак Хё Джу, У Чон Вон, Джин Со Ён, Чха Ён Рён и Ли Эль. Дораме нам покажут историю о матерях, которые вовлечены в жестокую битву в социальных сетях, чтобы разрушить счастье друг друга ради своего собственного и освободиться от угнетения, боли, секретов и вернуть себе истинное «я». Первая серия к данной дораме выйдет 31 мая 2023 года. Пятая дорама называется «Международная старшая школа Чхондам». В дораме будет 10 эпизодов в жанре триллер-драма-школа. Главные мужские роли сыграют актеры Ли Джон Хёк и Ю Чон Ху. А главные женские роли сыграют актрисы Е Ри и Ли Эн Сэм. Дораме нам покажут историю молодой девушки, которая стала случайным свидетелем убийства в элитной международной старшей школе Чхондам. Но в обмен за молчание девушка становится ученицей этой школы, несмотря на свою бедность. Но королеву школы и главную подозреваемую в убийстве не устраивает, что такие бедные люди так могут просто попасть в эту школу. В результате чего между девушками начинается борьба за власть. Первая серия к данной дораме выйдет 31 мая 2023 года. И на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, видео вам понравилось и до встречи в следующем ролике. Всем пока. Еще увидимся.
Thank you.